Друзья, представляю вам комплект поющих тибетских чаш. Этот комплект универсальный, может использоваться для массажных и звуковых практик. Но в первую очередь это комплект массажный. Значит, вот эта чаша, самая большая, это чаша Full Moon, тонкостенная, с очень тонкой стенкой, с прекрасной вибрацией. Это одни из лучших чаш в Непале, и вообще одни из лучших терапевтических чаш. Имеют очень длинную волну, длинную вибрацию, много обертонов внутри чаши. И эта чаша звучит очень долго, то есть она очень долго не затихает. Это оригинальная чаша Full Moon, потому что в Непале существуют иногда подделки. Просто делают вот такой знак, вот на такие чашки. Это чаша Antique. Вот это тоже очень хорошие чаши, вот, но они такие желтенькие. И вот на такие, на подобные чаши просто делают вот такой знак. Вот Full Moon. Их продают как Full Moon. Ну и, соответственно, они стоят гораздо дешевле, такие чаши, и в два раза дешевле, чем даже больше, чем чаши Full Moon. Вот, соответственно, их можно купить дешево. Вот, и их продают как Full Moon. Но это подделки. Вот. Оригинальная Full Moon, она такого серебряного цвета, более серебряного цвета, нежели вот такие. Такие более желтые, вот если сравнить их. Да? Вот. Здесь больше серебра в этой чаше. И эти чаши, они делаются очень тщательно. То есть соблюдаются все технологии изготовления, куют опытные мастера. Вот. И единственная мастерская, которая кует очень хорошие чаши Full Moon, вот в таком вот именно дизайне, как я показал, вот, находится непосредственно рядом с Будданатх. Это ступа Будды. И таким образом эти чаши также заряжены еще Буддой непосредственно, потому что в Будданатхе хранятся именно частички Будды, останки Будды. Вот. И эта чаша у нас 25,5 сантиметров, нот каля диез, 115 Гц, низкочастотная. Вот. И вот эта именно чаша очень хорошая, терапевтическая. То есть это, вот, как я сказал, одни из лучших чаш, ну, вот из терапевтических чаш это лучшие чаши, то есть с тонкой стенкой. То есть можно поискать в Непале и другие чаши, вот, но это вот как повезет. Бывают там линейки чаш, например, вот такие, да, это Black Antique. Можно подобрать из большого количества чаш, значит, терапевтические также. Вот чаши тоже будут звучать неплохо, но по характеристикам они будут уступать, конечно, чашам Full Moon. Вот, то есть чаша Full Moon, она как бы звучит от одного удара, там до 4 минут она может звучать. Вот, уходит уже в ультразвук и все равно продолжает звучать. Очень интересно, если в тихой комнате послушать, то она берет на себя все звуки. То есть она резонирует со звуками, с тонкими звуками. Если слушать чашу, то она будет от вашего голоса звучать, от каких-то посторонних шумов она будет заводиться и будет звучать. То есть настолько чуткая как бы чаша сама по себе. Значит, и в этом комплекте 4 чаши. Значит, чаша Full Moon, я вам уже рассказал про нее. И 3 чаши, они звуковые. Это чаши категории антик. Такая вот состаренная бронза. На них нет рисунков, но они смотрятся очень хорошо. И тоже с тоненькой стеночкой и с хорошими звуковыми характеристиками. Значит, здесь чаши 11 сантиметров, 12,5 сантиметров и 14,5 сантиметров. То есть эти чаши не ставятся за голову во время выполнения массажных сессий, различных массажных, звуковых сессий. Обычно, ну, ставят, можно любую чашу по созвучию посмотреть за макушечку, и 2 чаши недалеко от ушей. Чуть выше ушей ставится. И от большой чаши выполняется контактный, бесконтактный массаж по телу. Значит, вот эта чаша, это как бы чаша профессионального уровня. Это чаша массажная, как я сказал. И этого комплекта достаточно для того, чтобы выполнять качественный массаж по всему телу.
Плюс чаша 25,5 сантиметров, она подойдет как взрослым, так и, в смысле, взрослым подойдет, естественно. Вот, так можно делать детям. И этой чашей могут работать как мужчины, так и женщины. Вот, она не тяжелая, не большая, такой хороший универсальный размер. Плюс эта чаша может одеваться на голову, размер позволяет для того, чтобы структурировать головной мозг. То есть некоторые мастера начинают массаж с головы. В принципе, это правильно, чтобы очистить голову, как бы убрать напряжение с головы, негативную энергетику, вот, и активировать верхние центры, затем опускаться постепенно в тело. Давайте послушаем, как звучит этот комплект. Вот, основные чаши, вот эти как бы, ну, звуковые три, то есть они будут создавать звуковой фон за головой. А эта чаша, она как бы больше, она звуковая, но и в большую сторону вибрационная. То есть самое главное то, что она передает вибрационную волну, такую звуковую волну, хорошую, длинночастотную в тело. Она будет звучать долго. Предлагаю посмотреть на вибрацию чаши. Вот, вся стеночка очень активно вибрирует. Бывают фулмуны с толстой стенкой. Это специальные чаши звуковые для проведения концертов и различных звуковых практик. Это с тоненькой стеночкой. Очень хорошая тоненькая стеночка. Отбрасывает хорошо палец. И видно, как стеночка активно просто вибрирует. Если подставить руку, то волна идет очень далеко от чаши. Также очень активно вибрирует дунце. То есть эта чаша будет хорошо работать как бесконтактно, так и контактно.
прекрасно звучит и легко заводится стиком. Без усилий практически это говорит о том, что геометрия чаши, свойства чаши очень хорошие, она скована правильно. Такие чаши куются, называются полная луна. Почему они так называются? Потому что они куются несколько дней в месяце. Именно когда наступает полная луна. Вот. И считается, что эти чаши впитывают в себя энергию луны, а луна связана с мистикой. То есть это много энергии, и в полную луну просыпаются различные ситхи у человека, способности. Вот. Он наиболее как бы в этот период чувствителен. Если люди, которые занимаются какой-то духовной практикой, они используют эту чашу, будут усиливать луну, и таким образом будут еще глубже входить в такие измененное состояние сознания, глубокие состояния, состояние медитации, вот, вплоть до выхода из тела, может быть. Потому что чаша, она активно стимулирует тонкие тела, она прокачивает энергетику, вот, наполняет каналы, и когда тонкие тела насыщаются праной, энергией, они становятся подвижными, и, возможно, такие интересные состояния у человека. Ну, данный комплект можно использовать, как я показал, как звуковой в том числе. Вот. Но в первую очередь это, конечно, массажный комплект для того, чтобы массировать костно-мышечную систему, внутренние органы. Вот, чаши как раз отличаются такой уникальной особенностью, то, что они проникают внутрь человека, вибрация чаш. Вот этот массажный эффект от чаши, и он активно стимулирует внутренние органы, до которых добраться практически руками невозможно. Стимуляция внутренних органов на уровне клеток ведет к оздоровлению этого органа. Клетки начинают очищаться, восстанавливаться. В целом орган напитывается энергией этой чаши. Вот, и восстанавливает функциональность свою, если, конечно, совсем не запущена система или орган. Значит, и очень интересно, когда делаешь массаж, вначале чаша звучит как-то так тускло, то есть, когда двигается по телу, иногда вот где-то высоко звучит, где-то, наоборот, тухнет чаша. И через некоторое время, когда чаша работает вот на этой зоне, то звучание чаши, и тон восстанавливается. То есть тело напитывается энергетикой чаши, напитывается вот, необходимым количеством энергии, восстанавливает свой тонус, и в этот момент чаша начинает звучать нормально, то есть так же, как и на других зонах. Очень интересный эффект, и это как бы не раз проверялось, человек чувствует внутри, что происходит как бы насыщение энергии, вот, и действительно вот такой резонанс, который, эффект резонанса, на котором работает чаша, он работает действительно, и многократно он подтверждался и непосредственно мастером, и непосредственно пациентами. После чего идет оздоровление органа, и по отзывам людей, которые проходили сеансы, действительно идет улучшение функциональности органов, проходят какие-то болевые ощущения, проходят какие-то дискинезии там и так далее, спазмы, вот все, что с этим связано. Ну, с этим надо просто попрактиковать для того, чтобы понять. Значит, этот комплект имеется в наличии, его можно приобрести на сайте. К этому комплекту идут все необходимые стики, это вот такие вот деревянные стики, ну, только новые, конечно. Вот такие вот ударные стики бывают. На сайте у меня разные варианты стиков есть. Вот большой ассортимент. Вот. То есть под конкретные чаши, вот под эти, будут различные виды стиков. Вот, для того, чтобы чаши работали.
Значит, к большой чаше идет колечко подставка. Кроме того, к этому комплекту идет мой авторский видеокурс «Гималайский виброакустический массаж». Это необходимая база для того, чтобы освоить гималайский виброакустический массаж. 5 часов теории и практики, то есть я рассказываю про чаши, про их использование, про изготовление, про стики, про соответствие там чаш стиков и так далее, много чего рассказываю. Вот. И затем у меня идет практический блок, где я показываю непосредственно на человеке, как выполняется виброакустический массаж с подробным объяснением. После прохождения видеокурса вы уже будете обладать азами владения поющими тибетскими чашами, попрактикуйтесь немножко и можете непосредственно уже выполнять массаж на достаточно неплохом уровне. И если будет желание и возможность, можно приехать на очный индивидуальный курс по обучению, где будут даны необходимые правки и корректировки. Лучше, конечно, приобрести вначале комплект, и с комплектом приобрести видеокурс, вот, немножко попрактиковаться с чашей, и затем уже с такой начальной базой приехать к мастеру, чтобы не останавливаться на азах на каких-то там, как держать чашу, там, как бить и так далее. А просто уже непосредственно более глубже войти в практику, для того, чтобы уже такую шлифовку более глубокую сделать. Вот. Это будет как бы идеальный вариант. Значит, приобрести комплект и другие комплекты, и другие чаши у меня можно на сайте, на английском lebed-v.com, либо написать сообщение в электронную почту, либо сообщение, личное сообщение на почту. Ссылочки там у меня есть.